Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 12-го каталога Faberlic. Много новинок, много классных новинок. Уже на некоторые видела обзоры, как всегда, поотвечаю на ваши вопросы. Итак, поехали. Прямо с обложки каталога у нас с вами видно новинку. Это тушь First Class. Я ее не пробовала ни в черном исполнении, ни в цветных, не планирую, девчонки. Хотя цена очень бюджетная, потому что кисточка мне не нравится. И я уже видела обзоры. Комочки все-таки есть комочки. Хотя объем вроде как она дает. Но оттенки смотрятся очень классно на глазах у Катюши. Видела обзор в Инстаграм. Вообще здорово. Зеленый, ярко прям смотрится при дневном свете. Супер. Цена 199 рублей, но не планирую, девчонки, нет. А вот помаду обязательно. Хотя здесь нюдовых оттенков на самом деле мало, потому что тоже видела сводчи на все помады. И, скорее всего, я буду брать персиковый нюд. Вот этот вот оттенок. Потому что остальные достаточно яркие и странные, скажем так, с каталогом. Ну и с тем, как она смотрится на губах, мало совпадение. Посмотрим. Что касается румян. Я не понимаю, для кого вот этот оттенок, девчонки. И вот этот. Особенно вот этот. Вот который у нас пурпурный. Я вообще не понимаю. Вот такой вот яркий. Вы будете такими румянами пользоваться? Я, конечно, нет. Посмотрю, буду брать или нет, потому что единственный носибельный оттенок здесь это 6410 коричнево-бежевый. Остальные нет. Ну, точно нет. Хайлайтер. Что касается хайлайтера, смотрела тоже на него обзор, смотрела сводчи, и вроде как достойно. Знаете, такой оттенок, очень красивый, и большая такая палетка, которая, мне кажется, хватит на всю жизнь. Подумаю, потому что хайлайтеров много. Посмотрю, брать, не брать. Посмотрим. Faberlic Light пока работает, поэтому берем самые выгодные продукты по этой программе. Супчики, например, да, или что-то прям дорогое, действительно, чтобы было выгодно. Хочу в этом каталоге, скорее всего, взять по программе Faberlic Light кушон, но не Babyface, девчонки, а ICO. Мы с вами сравнивали, у меня есть где-то видео, да, а в плейлисте Faberlic можете посмотреть, или я ссылку постараюсь под видео оставить. Как-то вот Babyface все-таки по суше. А ICO он тоже матирует, у него тоже матовый финиш, но он как-то вот, не знаю, помягче, что ли, как-то вот все-таки к нему рука больше тянется. Вот этот кушон больше не хочется, на самом деле, повторять. Он может возрастной коже изъяны все подчеркивать, особенно сухой. Поэтому буду брать ICO. Кстати, есть он в каталоге или нет, очень интересно. По поводу этих аппаратов, мы уже с вами разговаривали, я хотела взять, но не было на складе на нашем никакого аппарата вообще. По-моему, только вот этот, если я не ошибаюсь. Даже если они появятся, я их теперь уже точно брать не буду, потому что посмотрела действительно AliExpress. Абсолютно такие же аппараты, абсолютно в такой же цветовой гамме и таком же исполнении, но гораздо-гораздо дешевле. Поэтому нет, все-таки вот эти всякие массажеры Faberlic брать невыгодно. Они то же самое абсолютно есть на AliExpress, даже в магазинах гораздо дешевле. Доктор Кор, последняя, по-моему, четвертая серия из этой линейки, да, у нас для чувствительной кожи, брать не буду тоже. Потому что мне в целом эта линейка не очень понравилась. Я ожидала от нее как-то большего. А вот, ну, по мне, как-то вода водой. Во-первых, у меня кожа нечувствительная, поэтому даже тестировать не хочу, да, топический дерматит, смотрите. А во-вторых, сейчас интенсивно использую крем против пигментации для лица и рук, и он ни о чем. Вообще ни о чем. На ежедневной основе 2 раза в день я им пользуюсь. Поэтому, ну, в эту серию я не очень верю. И вот эта линеечка у нас была, ну, не знаю, как-то слабенько. Очень-очень, девчонки, слабенько. Вот такая новиночка маска. Атласная маска для сна. 599 рублей. Ну, кто любит спать в масках, пожалуйста, то, мне кажется, такую маску тоже можно купить гораздо дешевле. Новинки в серии Dream Therapy. Ароматическая свеча за 800 рублей. Я считаю, это очень дорого, с учетом того, что у нее сколько, 25 часов горения сутки. Это очень дорого. Нет, такие свечи можно купить дешевле. Единственное, что вам, если прям нравится такой аромат, вы нигде не найдете, да, там по скидке можно взять. По лайк, кстати, она будет стоить 600 рублей. Крем-вуаль для тела. Очень хочется попробовать, но я, опять же, я боюсь вот эту серию тестировать после того, как во время беременности я от нее просто спала. Впадала в спячку. Я не люблю это состояние, я люблю быть бодрой и успевать делать все дела, скажем так, да. Поэтому посмотрим, может быть, и возьму. Вполне может быть. Маска кислородная классная, пользуюсь ей с удовольствием. Прям к ней рука тянется, после нее кожа чистая, увлажненная, тон выровнен, упругая. Прям вот эта серия Global Oxygen прям могу рекомендовать, девчонки. Вот на скидках набор, вообще и этот набор. Вся серия великолепная, все, что я пробовала, очень-очень нравится. Карбокситерапия. Здесь у нас первые 2 шага будут по скидке. 599 рублей, да, минус 40%. На нее редко бывает скидка. Но вот в прошлом каталоге была, можно взять мини-версию, попробовать. Я тоже люблю очень эту систему, но моей коже она работает великолепно.
Классная цена просто на крем для лица Blur. Да, 50% скидка. Я им тоже с удовольствием пользуюсь. Не на постоянной основе, но иногда прям могу несколько дней подряд, каждый день пользоваться. И все отлично. Поры не забивает, все прекрасно. Наносим единственную самую капельку, прям маленькую-маленькую капелевочку. Распределяем быстро по лицу, потому что мгновенно впитывается. И делает ваше лицо просто как бархат. Чтобы тональная основа не скатывалась, наносим совсем чуть-чуть. И он тогда работает. То есть у него расход очень-очень экономичный. Серию BioGlow тоже люблю. Спрашивали меня, подходит ли для сухой кожи. Конечно, подходит. Еще как подходит. Здесь все великолепно. Мне только ночная маска не зашла. Я вам уже говорила, вот это вот она мне забивала поры. Вот она действительно. Серия Weekend — это вообще любовная любовь. Смотрите, какие прекрасные цены на наборы. Для тех, у кого кожа тусклая, да, для тех, кто живет в мегаполисах, уставших, кто мало спит, вот могу порекомендовать именно вот эту линейку. Румянец здоровый вам обеспечен на утро. Классные цены на Бионику. Здесь я люблю больше всего маску сливки и бальзам для волос. Из этой серии более-менее. Нет у нас, по-моему, здесь, да? Нет. А остальное нет. Мицеллярная вода ужасная. Вообще просто ужас. Гардерика скидки. Драгоценная маска красоты неплохая, но мне почему-то вот кремы понравились больше. Мы тестировали с вами в баночках. Они классные. Сейчас будет скидка на ночной обертон еще для шеи. Декольте я тоже брала его. Не очень. И на пенку у нас получается с вами хорошая скидка. Пенку многие хвалили, я еще не пробовала. По поводу серии «Эксперт», да, про шприц недавно вам в пустых баночках рассказывала. То есть он работает, пока им пользуешься. Хорошая цена будет на сыворотку для лица. Коррекция глубоких морщин, она у меня, по-моему, была. То есть действительно работает, но пока пользуешься. Есть небольшой, конечно, накопительный эффект, но по мне он прям минимален. То есть пока пользуемся, морщинки разглажены. Перестаем пользоваться, все, они возвращаются на место. Ретинол серия очень понравилась. Вот сейчас на осень уже можно прям запасаться продуктами, пока есть скидки. Обязательно в этом году еще попробую коллаген, потому что на него тоже очень хорошие отзывы. Это для жирной у нас с вами кожи. Серия тоже хорошие цены. Скидка на сыворотку кондиционер для роста бровей. Вы знаете, я их не разделяю. Для ресниц, для бровей, мне кажется, там внутри содержимое одно и то же. Поэтому какая по скидке, я такую всегда, девчонки, беру. Забываю пользоваться. Сейчас вот недавно опять достала, поставила на видное место и пользуюсь, потому что они действительно работают. Где-то через 10 дней накопительный эффект проявляется. Ресницы становятся длиннее, гуще и почему-то насыщеннее цвет, хотя она прозрачная. И даже начинают расти новые. Я вам рассказывала, мне даже в углу глаза внутренне прям начали расти ресницы, где как бы им не надо расти, но тем не менее. Так что сыворотки действительно Фаберлик рабочие. Пока есть скидка, можно взять вот эту для бровей. Вот у нас с вами ICU, но кушончика почему-то в каталоге нет. Надеюсь, его можно будет взять по программе Like. Почти ни о чем, не берите их даже по программе Like, они таких денег не стоят совершенно. Вот он кушон. Вот он кушон дорогой. Так, а где на него цена? Вот 1499. По Like он где-то выходит... Ой, я не помню, девчонки. Рублей 600-800 со скидкой. Классные кремы из этой серии. Я вам уже нахваливала гель алоэ. Он потрясающий. Очень нравится активный крем для лица. Он действительно тоже работает. Но его больше сейчас я на осень оставила, пока лежит. Вообще серия достойная. Я ее не сразу распробовала. Были у меня с ней проблемы, но она стоит того. NFW для тех, у кого жирная кожа. Очень нравится вот этот лосьон от черных точек. Жалко, на него нет скидки, потому что он маленький, 100 мл, но он классный на жару. Он прям охлаждает, и там ментольчик такой вообще здоровский. Вот эти кремы даже за 79 рублей брать не буду, девчонки. Это совсем слабые, вода водой. Вот прям нет, я их больше повторять не буду и не собираюсь. Желтые ценники на мою любимую серию. Обязательно возьму тонизирующий крем для ног, бальзам. И, может быть, даже крем размягчающий, потому что он действительно круто работает, как вы правильно писали в комментариях, не по инструкции. То есть сначала наносим его на ножки. Можно одеть бахилы, пакетики, сверху носочки. Делаем свои дела, ходим полчаса минимум. И вот этот распаривающий эффект вместе с этим кремом, да, работает потрясающе. Потом идем, спиливаем все. И красота, просто красота. Действительно классный крем-компресс. Смотрите, у нас с вами средства интимной, не интимной гигиены, ну, в общем, прокладки, что уж тут, по 149 рублей. Они последнее время почти всегда по 179. Буду запасаться обязательно впрок, потому что такая цена бывает редко. Вот в прошлом каталоге было дорого, до этого было дешево, сейчас опять дешево. Надо брать пока скидка, я боюсь, что больше ее не будет. Кстати, вот этой рукавичкой пользуюсь с удовольствием для тела. Мне так нравится вот эта скрабирующая сторона, девчонки, она так здорово кожу полирует. Причем, ну, достаточно бережно, но в то же время вот в меру жестко. Вообще классно. Вот эта сторона, ну, не знаю, антибактериальная пряжа, не знаю, зачем это все тут. Возможно, и нужно, но прям зашла. Очень нравится с ней душ принимать, поэтому, кто не присматривался к ней, очень рекомендую присмотреться.
Желтые наценники на Витаманию. Здесь можно запастись и мылом, и гелем для душа. На подарочки что-то набрать. Я очень люблю мисты из этой серии, но не этих ароматов. Новинка в серии Ля Крем. Здесь у нас уже с вами кто? Персик? Персик, да. Потрясающий должен быть аромат, мне кажется. Будем с вами пробовать. Что-нибудь обязательно возьмем на желтые ценники. Чтобы сыграла акция, нужно взять два продукта. Что-нибудь возьмем, потестируем. Дейзики по 89 можно взять. Серию для волос я, к сожалению, вот эту не оценила. Ни лаки, ни муссы. Мы с вами обозревали подробно. А что касается красок в этом каталоге, нет. Мы с вами уже покрасились. Но теперь какую брать буду в салон о Эксперт Колор или Ботанику, даже не знаю. Вот прям даже не знаю. На какую будет скидка в следующем каталоге, такой, наверное, и буду брать. Серия Блонд и Конт. Шампунь плюс маска. 600 рублей. Идеальное сочетание. Оба продукта тонирующие. Если бальзам он не тонирует, то шампунь и маска тонируют. Они яркого, насыщенного цвета. Маска безумно круто ухаживает за волосами. Она делает их как после ламинирования, девчонки. В общем, маска потрясающая. Кто не пробовал, рекомендую. За 600 рублей плюс скидка консультанта. За 500 рублей такой набор взять нормально. По 250 рублей за продукты, за такую крутую маску. Вообще очень достойно. Вот про это я говорила. Здесь вообще полное разочарование. Новинка в серии Арису буду брать обязательно, потому что мне зашла эта линейка. И вот этот вот бежевый восстанавливающий кондиционер мы с вами брали. И розовенькую серию тестировали. Коу-вошинг. И возьмем обязательно эти новинки. Здесь у нас масло камели, укрепляющий бальзам и укрепляющий шампунь. Попробуем. Потестируем. Стоят ли они того или нет. Я уже тоже смотрела обзор. Смотрите, еще появляется в Ботанике масло. Или, по-моему, в том каталоге оно было, я его пропускала. Масло для волос силы энергии. Укрепляет волосы, увеличивает их жизненный цикл, восстанавливает волосяные фолликулы. Слушайте, интересно, на самом деле интересно. Вот это можно попробовать. Если маска мне вообще не зашла, она тоже как-то слабовата. А здесь можно попробовать. Масла всякие я люблю. По хорошей цене у нас будет гель для купания младенцев. У меня пока в запасе штуки 4 есть. Но буду брать однозначно салфетки и посмотрим, что еще. Дальше у нас с вами питание. На чем хотела остановиться подробно, сейчас скажу, девчонки. Ну, вторые блюда нам не зашли, первые тоже. У меня в семье никто не любит. Майонез нормальный, но я, наверное, больше его не буду брать, потому что Хайнц по акциям сейчас в магните по 64 рубля. Я его очень люблю, он действительно вкусный. Вкусный и густой. Ну, а это дороговато. Я за такие деньги две пачки возьму минимум, да, даже если скидку консультанта вычесть. А вот кетчуп классический я ему, конечно, не изменю, потому что вкуснее для себя я еще не нашла. В прошлый раз я брала суп по программе Faberlic Like. Так, гороховый, где он у нас? Вот он. Нет, это куриный, гороховый с копченостями. Он вкусный, он острый и солоноватый. Просто многие жаловались. Если вы не любите, когда достаточно остренький и соленый, то это не ваша песня, берите куриный. Хотя я его не пробовала, но отзывы, что он так вот послабее. Пока я его доедаю, поэтому, скорее всего, возьму кушон в этот раз, а в следующий раз по программе Faberlic Like возьму куриный супчик себе. Коктейли у меня тоже в запасе стоят. Все никак. Про БАДы я вам тоже много раз рассказывала. Они очень достойные, Faberlic. И здесь у нас с вами чага. Хочу взять. Знаете, хочу. Хочу взять и пропить курсом прям как следует. Потому что здесь у нас нормализация ЖКТ, иммунопротектор и сопротивляемость организма. Вот как раз надо. А дочери у меня еще живица есть в запасе. Я буду давать живицу. Сейчас начну. У нас Юга приедет уже к школе. Начнем мы с ней курсом пропивать живицу. Акция у нас с вами на травке. 1 плюс 1 равно 3. И появляются новинки, тоже очень сейчас актуальные. Чистота и легкость в теле и иммунити. Скорее всего, тоже возьму 2. Травки, кстати, классные. Составы очень неплохие. Мне прям нравится. Заходят. Вот такой переносной контейнер. Да, за 499 рублей. Ну, я не вижу смысла, куда мне переносить. Поэтому я, девчонки, вот это брать не буду. Вот эту новиночку я мимо нее, пожалуй, пройду. В прошлом каталоге у нас с вами появились дуршлаги, да, вот, двух видов, а в этом появляются вот такие вот чашечки. Это три тарелки, грубо говоря, миски из термостойкого стекла. Насколько оно термостойкое, ну, не знаю, в каталоге не написано пока, чтобы запекать в таких тарелках в духовке. Ну, мне в таких тарелках, если честно, неудобно было бы запекать, поэтому тоже мимо новинок таких прохожу. Хотя они все три с крышками, это достаточно удобно, но цены, как видите, тоже не очень бюджетные. Так, что у нас с вами еще из новиночек в этом каталоге? Порошками мы запаслись в прошлом, потому что особенно новинок не было, да? Серию Гринли всегда пролистываю, так же, как и вот эту серию, потому что она мне не очень нравится по ароматам и в работе тоже не очень нравится. Средство для мытья посуды детское, кстати, заканчивается, может быть, возьму. Мыло пишут новый аромат, но вроде как говорят, что это ароматы все старые, просто перевыпуск небольшой такой этикеточки.
Хотя у нас кофе и тирамису, то есть кофе с какой-то выпечкой. Но вроде я слышала от випов, что пахнет просто кофе. Ничего как бы нового не придумали. Так, кондиционер. Вот органа будет в этот раз по акции. Многим, кстати, желтый полюбился тоже. Смотрите, девчонки, будем запасаться своими любимыми кондиционерами. Полотенчики по акции, желтая цена. Хорошая цена на полотенце Faberlic. Они достаточно плотные. Я брала специально за тест маленький полотенчик, и он долго служит. Действительно, долго, уже больше года. Аквамарину такой, помню, брала. И это хорошая цена. Плюс еще скидка консультанта. Выходит вполне себе нормально. Новый аромат у нас с вами какой? Так, это что, фрукт? Нет, это не фрукт. Цветочное облако, да? Ну, говорят, что тоже вроде это все старенькое. Немножко обновили линейку. Ароматы, в принципе, такие и остались. Тряпочка новая у нас с вами для экранов появляется. Я не очень такие люблю. Новинки прошлого каталога. Все, лапки лап. Корм, кстати, исчез из каталогов. Так мы его с вами и не попробовали. Так он и не появился почему-то. Не знаю, в чем загвоздка. Желтые ценники на одежду. Ну, джинсы еще по акции можно взять, да? На детскую, к школе. Ну, уже многое, кстати, раскупили. А новую коллекцию нам не собираются, по ходу дела, придумывать. Жалко. Новая коллекция одежды бурматиков у нас с вами будет к осени, кстати. На сайте будет больше выбор. Есть модельки, на которые можно посмотреть, но не очень много. По всему у нас с вами в личном кабинете будет каталог именно бурматиков. Видите, и будет он стоить, если хотите, впечатан 25 рублей. Вот код 902-00, да? Если хотите себе такой каталог. Ну, штанишки прикольные. Нет, ну здесь есть на что посмотреть уже хотя бы более-менее. Более-менее, да? Что-то такое классическое. И даже интересные. Ну вот и все, в принципе, мои хорошие. Будем с вами брать новинки, тестировать. Кто еще не зарегистрирован в Faberlic, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. В этот раз классный подарок. Это Гринли. Это Гринли, кондиционер, порошок и пятновыводитель. Целых 3 продукта в подарок за регистрацию. А я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.